Если вдруг меня не станет, baby, так, наверное, будет даже легче. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, какой я был пиздатый детям. Если вдруг меня не станет, baby, так, наверное, будет даже легче. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, какой я был пиздатый детям. Если вдруг меня не станет, baby, wow, все равно останусь в тренде. Факт. Я на всякий сделал пару песен. Если захочешь их продать, то продавай как Бэнкси и забирай все чеки. Воу. В 19 я мечтал стать молодым отцом, найти реальную любовь и подарить кольцо. Мне 25, я самый главный холостяк страны. Вокруг так много, сука, как мне не писать о них. Справа, слева, ангел, демон. Но я снова им не верю, трачу время, трачу нервы. Сколько стоят мои деньги? Снова выпускаю дым, выпускаю хит. Мама, я легенда, но не умру молодым. Вылетают дни, я теряюсь в них. Но что скажу тебе, если звонок всего один? Если вдруг меня не станет, baby, так, наверное, будет даже легче. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, какой я был пиздатый детям. Если вдруг меня не станет, baby, так, наверное, будет даже легче. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, какой я был пиздатый детям. Эй, если вдруг меня не станет, бра, то половина будет только рад. У половины будут слезы капка. Никому не будет похуй, это что-то значит. Последний день, это дико мая. Черту эти деньги, черту эти камни. Че напиши такого маме? Последний месседж в телеграме. Ну да я рад, ма. Хоть и надо, но меня не будет рад. Я был первым для тебя, но не пора. И по-любому я тебя и там пора. Но пора. Да пока мы on the block, block. Курим это блок. Хотя будто глок. Эпа это блок. И да на мне ща будь и маме. Если вдруг меня не станет, baby, так, наверное, будет даже легче. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, какой я был пиздатый детям. Если вдруг меня не станет, baby, так, наверное, будет даже легче. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, какой я был пиздатый детям. Если вдруг меня не станет, baby,